Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Я гражданин ТВ». И сегодня мы будем вести прямую трансляцию с марша оппозиции, с митинга оппозиции на Болотной площади и комментировать то, что там будет сегодня происходить. У нас сегодня в гостях уже есть представители сообществ различных и подойдут, надеемся, да, люди, которые имеют отношение и знают о событиях, которые разворачиваются вокруг волшебной цифры для нашей страны последние два года, 6 мая. Представлю тех гостей, которые сейчас уже здесь и готовы начать наше обсуждение. Координаторы консервативной правозащитной группы Алексей Живов и Евгений Валяев. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. И заместитель главного редактора информационного агентства «Ридус» Андрей Гулютин. События 6 мая. Для нашей страны день 6 мая становится для некоторой части нашей страны знаковым событием, потому что то, что было в прошлом году, многих, ну, откровенно скажем, потрясло, потому что те провокации, которые, с одной стороны, устроили организаторы, с другой стороны, говорят, что устроили противники оппозиции, но, тем не менее, там были беспорядки, было нарушение закона, и в связи с этим некоторые уголовные дела, которые были возбуждены, они некоторую часть общества достаточно сильно будоражат. И сегодня, в годовщину, в понедельник, в первый рабочий день после первых майских праздников, объявлен митинг, и он уже начинает собирать людей. Я предлагаю нам включать, наверное, картинку, которую мы можем наблюдать сейчас в Болотной площади. Будем включать как собственные эфиры, так и эфиры «Ридуса», эфиры, возможно, телеканала «Дождь». Будем находить в открытом доступе любую картинку, которая будет, события, которые происходят. Мы постараемся вам показать, все это дело проанализировать и прокомментировать. Также мы будем следить за Твиттером, за живым журналом, за новостными агентствами, за всеми сообщениями, которые появляются, и давать свои комментарии на эту тему. Если нас смотрят, я так думаю, что наш эфир будут показывать и в информационном агентстве «Ридус» на сайте. Если вы нас смотрите на «Ридусе», вы можете написать комментарий на той страничке, где идет эта трансляция. Мы будем отвечать на ваши вопросы и ваши комментарии озвучивать. А если вы смотрите на сайте «Я гражданин», то также можете оставлять комментарии, и мы будем их озвучивать, и вопросы постараемся на них ответить. Если у нас есть картинка, давайте выведем. Потому что, если честно, мы хотели начать с анализа того, что было в прошлом году, но уже сейчас события на Болотной площади достаточно, ну не то чтобы активные, но люди собираются, и людей не так уж и мало. По предварительным оценкам, наверное, около 10 тысяч сейчас уже есть на Болотной площади, и мы видим, что сцена, которую начали возводить, если это она, это, по-моему, это... Да, это картинка от сцены как раз. Да, она... Так до конца сцену не возвели в связи с трагическими событиями, которые сегодня произошли. Напомню, что сегодня во время установки сцены погиб рабочий, который ставил звук, на него свалилась колонка. И в связи с этим было много различных предположений. Будет митинг, не будет, отменят его. Ну вот, кстати, СМС от года предварительно 6 тысяч называют сейчас. Ну, годы они считают с некоторой задержкой, да. Да. Ну, считают они по турникетам. Да, оппозиционеры, они крайне. Мы видим, сейчас вот идет со стороны Третьяковки, еще поток достаточно. Ну, оппозиционеры считают на глаз. Ну, методы подсчета у всех разные, но как бы кто-то, вот мы, кстати, видим уже и лидеров, да, там оппозиции. Еще стоит вспомнить, вчера еще происходил митинг. Тоже так. С теми же целями, правда. Странной направленности и странного состава очень. Да, это мы, я надеюсь, сейчас все обсудим, если события не будут развиваться как-то активно. Собственно, пока митинг не начинается, сначала объявлено на 7 часов, и не очень понятно, будет какое-то официальное начало, либо будет минута молчания, потому что мнение у представителей оппозиции разошлось. Угу. Некоторые говорят, что вообще нужно митинг в тишине проводить, и так всем все понятно. Но вот мы видим... Да. Кстати, ридусская камера включилась, неизвестно. Насколько я знаю, камера «Ридуса» есть, если мы можем ее вывести в эфир, то там, возможно, соответственно, там и со звуком. Ну, как раз сейчас можно посмотреть вот эту схему, и, судя сейчас по картинке, то есть уже залита вот эта вот красная
о чем, наверное, говорит как раз тоже наш коллега. Нет, это... Пространство занято, скорее всего, будет вот эта зеленая территория, в любом случае, подключаться. Насколько я... Нет, я так понял. Есть момент какой, что это прошло согласование с, там, с ГУВД, с исполнительной ветвью власти. С мэрией, да. То есть, если народу будет много, то... Да, они туда будут, это не будет нарушением и не будет караться штрафами для... организаторов митинга. Ну, пока-то, я так понял, еще далеко не заполнено это пространство. Ну, судя по тому, что ГУВД дает 6 тысяч человек, а реально мы видим, ну, наверное, 10-12 уже есть, а заявлено 30 тысяч, и именно вот эта площадь, которую нам показывают сейчас, она рассчитана на 30 тысяч человек, то я думаю, что еще... Даже на побольше, на самом деле. Что место должно, по идее, хватить. А мы увидим, хватит. Если будет людей очень много, то, наверное, просто откроют сквер сам и туда будут запускать. Я думаю, сквер уже открыт, потому что оцепление идет вот по границе. Открыт. Кстати, Ридус дает эфир уже. Вот, если есть возможность на Ридус, на картинку Ридус перевести, потому что там есть комментарии людей непосредственно с митинга, которые там участвуют. Если есть картинка Ридуса, давайте на нее перейдем. Это не совсем картинка Ридуса, это мы, но это нам близко. Будут показывать и нас, и зато на Долголовцева что... видно. Да. Активно схема. То, что на самом деле в этом отношении достаточно оперативно работает, и освещение у них серьезное идет, и представителей телеканала много на таких мероприятиях. Бюджет хороший. На удивление, почему-то они не освещают также митинги неоппозиционные или мероприятия. Они считают, что есть... Приход. Ювенальная юстиция их совершенно не интересует. Ну да, понимаю. Пасха. Пасха тоже не интересует очень, вообще да, никак. Но мы вчера обсуждали, у нас эта тема была по поводу Пасхи отдельно. Ребята, картинку с Ридуса все-таки можно нам показать? Если нас показывают на Ридусе, то мы, наверное, говорит, тоже уже в некоторой степени картинка Ридуса. Но нам хотелось бы репортеров Ридуса увидеть. Если и даже там... услышать еще было бы. Вот, это думаешь, картинка Ридуса. И если можно нам дать звук с Ридуса, потому что... Да, но плотности пока нет. Когда сверху картинка идет, как будто... Вот дождь показывает так, что людей много. Да, вот мы сейчас видим камеру, которая находится непосредственно на Болотной площади, и люди, которые идут... подходит, так называют, к сцене, да? Ну и, глядя из толпы, уже можно и поверить, что 1600. Это уже территория, которая... Да, это уже территория, то есть слева у нас идет памятник, то есть справа этот Лужков мост находится, и они идут к сцене. Ну, тогда интересно. Здесь очень плотно смаленькая. Но заход на митинг идет не с этой стороны, здесь выход. Главный заход, он там идет вот с стороны сцены. Слева от сцены. Ну, там уже вдали уже. Ну, я предлагаю пока остаться на этой картинке, потому что камера как раз-таки движется. Да, а послушать, что они говорят, мы не можем? Можем. Потому что они чего-то еще говорят ведь? Там, Виктор весьма с Михаилом. Ну, судя по тому, что периодически... У нас нет. Ну, вот, и, собственно, все решение... Ну, мы можем и здесь слушать. Не, да, могу включить, собственно. А вот мы будем сейчас слышать. Да не думаю. За американский скорее. Как-то история, как-то один товарищ что-то приходил с американским флагом. Что у вас здесь такое? Просветленные лица оппозиционеров. Окей. Да. Человек явно не любит. Ну, я думаю, мы проследим весь этот маршрут, когда они будут подходить к основной группе марша, судя по тому, что картинка периодически подвисает, людей много, и каналы йотовские забиты, потому что в основном все вещают через интернет, через йоту. Ну, можно смотреть, даже сейчас мы картинки видим, там и пресса идет, и все снимают онлайн. Некоторые такие проблемы будут, наверное. Каждый оппозиционер – это и фотограф, и писатель теперь. Ну, медийное поле настолько доступно для каждого. А вот канал «Дождь», что показывает. Но со стороны сцены плотность высокая, то есть все равно люди к сцене идут. Ну, конечно. Начало буквально через 15 минут. Давайте обсудим сегодняшнюю трагедию, которая произошла, потому что человек, который погиб сегодня при установке и монтаже сцены, как оказалось, был... Там странная ситуация, да, немножко, пока картинка пусть у нас идет. Я предлагал лучше картинку вывести, а мы будем комментировать. Наверное, все-таки больше интересно показывать то, что происходит там, а наши голоса пусть будут за кадром, и мы все дело будем комментировать. Так вот,
сотрудник организации... Фирмы, которую... Который погиб, да, относился к... Это был какой-то индивидуальный предприниматель, которого наняла другая контора, которую наняли организаторы марша. То есть, понимаете, да, вот эту схему? То есть, организаторы марша нанимают... Давайте вот абстрактно, да, ситуация. Не беря вот этот марш, вы организаторы большого массового мероприятия, заявленной численностью 30 тысяч человек. У вас стоит задача поставить сцену, поставить звук, который обеспечит работу на это мероприятие. Вы нанимаете компанию без каких-либо документов и договоров. Соответственно, юридической отношения у вас нет. Эта компания нанимает другую компанию подешевле, а та компания подешевле нанимает частных исполнителей, которые в итоге, который один из которых, к сожалению, и большие соболезнования его семье и родственникам, погибает. Кто несет ответственность? Вот как правозащитники. Вот вы правозащитники и люди, которые защищаете права, вот, в том числе и работников, правильно? Кто несет ответственность? Смотрите, здесь мы сразу идем, во-первых, на срок идет на Кодекс административных правонарушений, на 20.2. Там идет речь об ответственности организаторов митинга за порядок на конкретном митинге. Здесь это не относится вообще, то есть мы это убираем полностью. Здесь идет процесс установки сцены. Я просто в 2009 году был с организатором одного мероприятия, мы тоже на Болотной площади устанавливали огромную сцену. Это процесс очень долгий, он идет там, буквально вот начали устанавливать, наверняка где-то с трех, там, с двух ночи. Ну, то есть надо часов шесть на установку, чтобы установить эту сцену. Фирма, которая устанавливала, на самом деле, вы говорите, заключенный договор, не заключенный договор, это не важно. Это уже ответственность, уже потом там какая-то налоговая, вы знаете, и так далее. Да, это важно с точки зрения. Фирма, которая там, это индивидуальный предприниматель, фамилия Цветков, можно сказать, это какой-то торговый знак. Он сейчас уже задержан и доставлен в отделение полиции. Потому что в любом случае погиб человек и будет заведено уголовное дело. И сейчас идет уже допрос, почему человек погиб. Там уже были обнаружены признаки того, что человек не соблюдал правила техники безопасности. И сейчас смотрят, а почему это не сделал, кто за этим следил. Потому что если это идет сам, там должен быть инженер по защите охраны труда. Был ли он у них там или его не было, почему он не соответствовал. Должен был осуществлять контроль. То есть мы здесь на самом деле разделяем ответственность организаторов и вот конкретные действия по отстановке сцены. Это вещи совершенно разные, не имеют друг к другу никакого отношения. Ну, нет, как бы это не слично звучало. То есть, ну, мы разделяем юридически. Это одно действие, установка сцены. Митинг, он вот начинается с 7 часов. Это согласен с вами. Теперь давайте рассмотрим аспекты, которые вне юридического поля, которые являются моральными аспектами. Одним из основных лозунгов оппозиции является отсутствие в нашей жизни в той или иной степени людей, которых и называют жуликами и ворами. Да? В данном случае, когда вы являетесь организатором митинга, которому приковано общественное внимание, на охрану которого отправляются определенные органы правопорядка, нанимаете без какого-либо юридически оформленного договора компанию, которой вы платите деньги, ну, откровенно скажем, мы предполагаем, да, это, что без отсутствия договора официально заплатить деньги невозможно. Здесь есть несколько моментов очень важных. Первое заключается в том, что, как вот вы до этого сказали, там целая схема посредников. Я тут ставлю 5 копеек. Тут, наверное, как увы, надо смотреть правде в глаза. Так работают почти все организаторы каких-то маломальских мероприятий. Даже крупные гастроли, увы, организовывают и так. А уж что ж там на выборах в ходе там каких-то массовых мероприятий происходит. Это вообще лучше. Здесь сослался, потому что еще у нас монтировал сцену индивидуальный предприниматель. Да, можно сказать, что там последние налоговые ужесточения привели к тому, что у нас идет предприниматель, мы закрывались.
И я думаю, это было желание не организаторов митинга без договоров каких-то заключать отношения, а скорее индивидуального предпринимателя, потому что 30% налоги это придется платить. Здесь есть, можно я вот добавлю, все-таки это прервали меня. Есть важный момент. Во-первых, на чьи деньги делается мероприятие? Да? Люди, которые распоряжаются деньгами за монтаж сцены, явно к этим деньгам имеют очень косвенные отношения и сильно их не берегут. Да? Если такая цепочка субподрядчиков выстраивается, значит, налицо явно желание людей там заработать на этих деньгах. При том, что очень многие говорят о большом количестве желающих безвозмездно помогать. Да. Это одна из первых версий, которая сегодня была, что это человек волонтер, а потом казалось, что это наемный рабочий. Просто когда вот люди делают что-то за свой счет, да, когда реально идут пожертвования, и организаторы отвечают перед жертвователями, ну нет такой цепочки субподрядчиков, обычно это прямой договор с какой-то понятной компанией, которая монтирует все действительно, переживая за безопасность мероприятия. Поскольку вот таким фактом гибели человека, они поставили под удар все мероприятие. С юридической точки зрения и с моральной точки зрения, как бы, ну, вот кровь пролилась. Но нет, в то же время не говорит, и эти вопросы не поднимают. Нет, поднимают, но здесь вот ошибка большая, которая пошла сегодня. Многие говорят, давайте отменять мероприятие. Это больше похоже было на провокацию, потому что если отменить мероприятие в день его проведения, донести информацию всем, что мероприятия не будет, уже невозможно, просто по промежутку времени. И что мы получили сегодня, если бы даже организаторы сказали, мы убираем сцену и не проводим мероприятие. Все равно пришло бы достаточно большое количество людей. Люди приходят, нету митинга, и есть много людей. Там легче устроить какую-то провокацию. Поэтому вот говорить из-за этой смерти уже отменить мероприятие, конечно, не нужно. Не за 2 дня, не за 3 дня до мероприятия проводить. Поэтому организаторы правильно сделали, что они не стали мероприятие отменять. У нас получилось, что там так получается, что митинговые позиции, они как-то вот идут какие-то косвенные смерти. Здесь можно вспомнить, что в прошлый раз погиб фотограф, людей, тоже был там несчастный случай. Но там был совсем несчастный случай, сам виноват, фотограф залез здесь и упал. Здесь будет установлена вина, и наверняка кто-то отнесет наказание, как я понимаю, это будет, скорее всего, человек, конечно, получатель заказа, предприниматель, который не соблюл вот эти все правила. Вообще, если брать технологию установки сцены, звукового оборудования, но это достаточно стандартная, очень простая процедура для специалиста. То есть случаев травматизма и уж тем более гибели в таких мероприятиях это крайне редкие случаи. Причем там нету... Кстати, в прошлом году фотограф. Ну, это я ему сейчас... Но он залез, про техническую особенность, сцену, звук. Это самый, то есть для специалиста, который занимается профессионально этой работой, но это самые элементарные, простые задачи, которые они решают каждый день. Я могу здесь еще привести пример, когда в 2009 году мне приходилось устанавливать сцену на площади. Мы не заключали договор на ее монтаж. То есть мы покупали эту сцену, у нас был договор на конкретно аренду сцены на какой-то промежуток времени, на сутки. Вот. А уже в этот договор у нас входило сборы и потом... То есть полностью за сцену, полностью несет ответственность субподрядчик. Да, отвечает, собственно, к этой сцене, он ее собирает, разбирает. И так обычно это и происходит. Да. Поэтому нет, здесь просто начали звучать, что был ли договор на установку сцены. Нет такого, и договора не должно было быть. Они купили эту сцену, арендовали ее на какой-то промежуток времени, например, там, на сутки. Ну, вот один из лидеров оппозиции Геннадий Гудков в своем твиттере высказал предположение, что виновником трагедии и гибели этого человека является власть. Знаете почему? Почему? Потому что дали слишком мало времени на установку сцены. Ну, я бы вспомнил, например, можно, да, любого, что Геннадий Гудков еще буквально какое-то время совсем назад сам был властью. Прекрасно пользовался всеми, в общем-то, ее няшками. Нет, это занимал... сказал Геннадий или сын? Геннадий. Что сказал Геннадий? То есть я даже не говорю про его... Что монтировать сцену нужно было начинать ночью. То есть в ночное время суток. Но мы действительно монтировали тоже ночью в этом году. Ну, давайте вспомним, что было в прошлом году. В прошлом году сцену монтировать начали, дай бог, 2 часа дня. Ну, скажем так, отчасти Гудков прав. Ну, то есть, это его высказывание не лишено смысла. Действительно, если их ужали по административно, по времени. Ну, опять же, я не думаю, что это было... А кто-то уже мал? Давайте сначала начнем. Вчера было мероприятие, да?
Никто там никому ничего не запрещал. Сегодня продолжение будет. Здесь нет такого, что ты митинг подал на митинг. Извините, там Болотная площадь, это проезжая часть. Там нельзя, ты подал уведомление, а тебе на двое-трое суток там дорогу перекрыли. У нас вообще, опять же, если брать кодекс о административных правонарушениях, 20 главу мы берем, там у нас есть ответственность организаторов митинга, когда они мешают проезду автомобилей, да, сверх разрешения на митинг, который они там согласовали с исполнительной властью. Я предлагаю еще узнать у людей. Поэтому это рамки закона. То есть, если мы даже Гудков говорит, что виновата власть, власть всегда скажет, что мы действовали в рамках закона. Исполнительные ветви власти действуют в рамках закона. Они сказали, у нас выпадут митинг, на митинг у вас ночью, да, ночью предусмотрено. Мы вот 2009 год тоже ночью установили. Приезжали, устанавливали ночью, проблемы не возникли. Ну, вообще, у меня на самом деле складывается такое ощущение, что кто-то из главных организаторов подобных мероприятий, они используют различные провокационные методы для того, чтобы привлечь к себе внимание откровенно. И сегодняшнее заявление некоторых лидеров оппозиции, что надо отменять мероприятие, кто надо его проводить, это опять же повод создать некую такую интригу, горячую новость. Здесь можно, власть виновата. Здесь можно проследить, вот, кто сегодня заявил из лидеров оппозиции, кажется, что нужно отменять мероприятие из-за этого. Тот, скорее всего, как-то заинтересован, чтобы была эскалация конфликта. А вы как думаете, месте. Почему я могу так предположить, потому что здесь логика прослеживается. Сегодня была еще одна новость, связанная так или иначе с одним из лидеров оппозиции. Сегодня отменили регистрацию партии. Приостановили регистрацию партии, которая представляет Алексей Навальный в том числе. По интернету уже ходит мем, что Навальный провальный. Ну, он на самом деле. Да, объясню, почему. То есть это же откровенная провокация. Когда, ну, представьте себе ситуацию. Вы подаете в Министерство юстиции документы на регистрацию политической партии. И вы, проверяя каждую бумажку, потому что это достаточно серьезный процесс, путаете инициалы главного подавателя этого заявления. Но это что, власть поменяла эти инициалы и перепутала? Там список партий вышел, которых приостановлена регистрация, там партии совершенно разные. Это и партия Евразия, например. И нельзя называть партию Навального, партия сторонников Навального. Потому что Навальный не входит в регистрационные документы, он там не числится. А Шурков, насколько я знаю, и именно его инициалы перепутали. И сейчас говорят, что возвращается 37-й год, репрессии дают идти во власть, потому что выборы. Кто заставил написать неправильный инициал? Это я тоже видел информацию про компанию, которая... Также, собственно, прошлогодние Савыди, можно вспомнить, тоже ведь говорят про репрессии. Никто же не заставлял кидаться асфальтом в ОМОНовцев. Зато все средства массовой информации, которые так или иначе поддерживают сторону оппозиции, пишут, что главная новость газеты РУ Навального поддержали перед выборами. Знаете, я со своей стороны бы сказал все-таки о том, что у нас вообще все процедуры бюрократические, особенно связанные с регистрацией юридических лиц, тех или иных, они очень сильно забюрократизированы и формализированы. И формальности эти занимают очень большие промежутки времени. Вот. Так, закон есть закон. Он одинаковый для всех. Мы в проекте «Гражданин» мы являемся региональной общественной организацией. И мы прошли полный процесс регистрации некоммерческой организации в Министерстве юстиции. Мы знаем, что это такое и как документы подаются. Я вам скажу, ничего сложного в этом нет, если вы все делаете так, как если положено. Вы занимаете, я, например, тоже много регистрировал этих НКОшек, грубо говоря, и вот процесс. Вы приходите в Минюст, у вас действительно куча документов, и вы в этих документах делаете вот такую помарку. Малюсенько. Есть два ответа исполнительной ветви власти. Она либо ваши документы заворачивает все и говорит, подавайте заново, либо она поступает по-человечески, в рамках же этого закона, и говорит, исправьте его здесь, поменяйте нам эту бумажку. А теперь вопрос. Если люди, которые идут в политику и регистрируют политическую партию, ничем допускают. Допускают помарку инициалах лидера своего партии. Ну, отвечают справедливости ради. В издании закона в том скажет, что вы знаете, помогает. Не, у нас вот есть процедуры уже очень давно не могут вывести на орбиту, потому что специалисты Роскосмоса или там вот какой-то, я не знаю, какого конкретно ведомства, которое отвечает за пуск этих ракет-носителей, они допускают фатальные помарки в расчетах своих космических ракет и их сборки. Но, тем не менее, ни одного еще на ПЖ не посадили за это, хотя, мне кажется, стоило бы, да? То есть у нас помарка – это вообще второе название нашего великого государства. Но мы же сейчас говорим про людей, которые идут во
власть, говоря, что власть не такая вся грязная, а мы такие все белые пушистые, при этом сами... Мерязко. Нет ощущения, что это могло умышленно быть, что помарка была допустим больше? Не, я думаю, это обычная безграмотность. Просто там действительно большой объем документов. И опечатка, обычно документы эти готовят не самая высокооплачиваемая девочка в итоге. Интересно посмотреть, какие... Где те по другим партиям, как бы кошелек Романова, почему у них юристы по этому кошельку оплачиваются не так, чтобы самые дешевые. Нет, вы знаете, вот раньше в книгах, в советских книгах, печатали список опечаток. Ну, в любой книге, даже самые откорректированные наиболее качественным образом, всегда были несколько опечаток. 2, 3, 4, 5. Раньше печатали, сейчас перестали. Я к тому, что на таком большом объеме текстового документа практически невозможно не допускать ошибок. Это физически невозможно. А посему как бы... Есть критические ошибки. Например, в инициалах подавателя заявки. Нет, ну критическая ошибка, это когда это же два юридические партии, а не конституционные какие-то требования. Да, например, свержение конституционной монархии. Это не опечатка. Время 7 часов. Вроде как должно начаться уже мероприятие. Здравствуйте, девушка. Это замечательные, замечательные девушки ходят. Да. Погромче, чем девушки, давайте узнаем, о чем девушки спрашивают. Техническая ошибка, там неполадка. А что произошло подробно? Упала там, да. Когда устанавливали, упала колонна. Да. Говорят, о человеке, который упал. И он умер? Нет. Из-за этого сказали, да, что техническая ошибка. А что произошло с подробно? Понятно. Ну, видимо. А мы вроде как не представлялись. Окей. Кто-то сказал девушке, что... Что-нибудь. Видимо, у нас с тобой слишком известная... Но они здесь. Внешность, что люди... Или они уходят. Ну, нет, они пришли наоборот. Ну, им сказали, что его не будет, а они пришли. Нет, они идут, да, как раз к мероприятию. Судя по схеме, которая была отведена для этого мероприятия, как раз вот эта часть, это в том числе место проведения митинга. Да, мне почитать комментарии. То есть, учитывая то, что здесь еще нет плотности людей и людей, 21 комментарий. 30 тысяч, по сути, нет. Ну, вот я же говорил про 6 тысяч, там, полчаса назад. Ну, это нормально, знаете, как-то. Мужчины умножают на 4 количество своих девушек, а женщины делят на 4 количество своих мужчин. Вот оппозиция – это такой мужчина, который постоянно пытается показать, что он лучше, чем он есть, а власть – это такая женщина, которая постоянно пытается показать. Но мы видим, пока не открывают для людей территорию сквера самого, то есть, ну, пока здесь плотность невысокая. Они будут... Смысла нет открывать. Тем более, что там есть некая естественная преграда небольшая, там газоны местами. Ну, пока можно отметить, что мало достаточно флагов. Вам говорят, что надо поменьше там, говорить про пакеты и взять какие-то... Больше такие на гражданские гуляния похожи. Вот люди как бы после работы пришли... Может быть, если бы они зажгли зажигалки, было бы похоже на арканцы. Ну, сообщают корреспонденты, что ЛГБТ-флаги. Ну, куда же мы вам говорить. Ну, кстати, недавно вышла новость, что Госдума планирует внести поправки в законодательство против оправдания гомосексуализма. И, видимо, активисты ЛГБТ переживают, что скоро они не смогут даже флаги свои поднимать. Но пока флагов не видно. По крайней мере, возможно, я и говорю, что сообщают Идуса старается подальше держаться. Тут надо быть осторожным. Мы здесь смотрим все-таки входящий поток. Может быть, переключимся на картинку дождя. Давай посмотрим, может, они. У них камера стоит ближе к сцене, возможно, там уже... Да, но они, правда, сцену как-то крупным планом совсем показывают. Сцены как таковой сегодня нет. Там машина, газель. Очень маленькая сцена, да, потому что не будет его видно. Если там у них еще со звуком проблемы будут, то смысл в митинге сцены практически на самом деле, это напоминает, кстати, акцию 6-го, собственно, вот октября. Какую картинку показывают? Вот видите, да, тут уже выглядит. Ну вот смотрите, получается, первая половина показанной картинки, там идет движение, там нету наполнения. Если нам убирают картинку, вот фотографию показывают. Да. Где другой оператор это третьей опять камеры? Понятия не имею. Ну, постараемся переключиться я здесь работаю просто как на ту камеру, которая будет показывать нам сцену во время начала. Будет для начала, будет выступление лидера. Я сейчас с HD камерой. Скучно. Спасибо за обратную. Это что,
совокупность причин. Это чей-то недосмотр, чей-то непроконтролированная операция. Тут, понятно, нет ни прямой вины, тут, безусловно, совершенно точно нет ни со стороны оппозиции, но и прямой вины нет совершенно со стороны власти. Конечно, то, что Координационный совет может сделать, то, что его силах, он, безусловно, сделает. Мост весь забит людьми. Ну, Гудков, он уже изменил. Мне кажется, власть не виновата. Все да. Вопрос, они про что он говорил, мы вырвали из контекста. Нет, он говорил про ответственность за смерть человека. Есть интересная информация, говорят, что сегодня нет рамок-металлодетекторов вообще. Рамок нет, говорят, там просто ручные. Как его металлодетекторы? Писали, что 30 рамок поставлено. Ну вот кому веришь? Ну, нам надо каждый видит, это крайне видеть. Странно на самом деле, с учетом того, что даже на VIP-сектора футбольных матчей болельщиков, я подчеркиваю, на VIP-сектора обыскивают досконально и пропускают через рамки, на такое мероприятие не поставить рамки, это ну, мне странно, я бы даже, может быть, немного напрягся по этому поводу. Я на самом деле не особо верю, что рамок нет. Там. Ну да. Возможно, есть какие-то места, где можно пройти с помощью... Нет, а если мы возьмем общий план, который дождь показывает, там будет видно. А вот мне, знаете, что интересно? Вот есть твиттер Сергея Удальцова, который, как известно, находится под домашним арестом, но тем не менее твиттер у него ведется очень активно. Ну, там везде написано, как всегда, он знает все и происходит все. По его оценке, который находится, напомню, под домашним арестом, не может находиться. Более 50 тысяч человек. Ну, с твиттера может быть виднее, там какие-то особые планы или, может быть, математическая модель подсчета компьютера используют. Насколько я знаю, домашний арест подразумевает отсутствие доступа к интернету. Да. Насколько с точки зрения морали и права, опять же, это его официальный твиттер, имеет право вести за него кто-то. Прошли надписи его в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере, что отныне этот аккаунт ведут его сторонники. С точки зрения морали, ведь многие люди открывают твиттер, пишут на Сергея Дельцова. Поменяйте название, Сергея Дельцова, скобочка, идет пресс-секретарь. Вполне неплохой, сейчас уже в последнее время меньше работы там, портал Каспаров.ру, это средство массовой информации. Оппозиционер. Да, называется Каспаров. Мы к нему подошли, спросили... Ну, под личным брендом, да, продают. Пока он нас еще не ввели по паспорту регистрации Твиттера, ВКонтакте, Фейсбук. Мы говорим, ну вот, ну как бы сказали, он говорит, ну вот, ему уделят минуту молчания и все. Кстати, хорошая идея. Такой вот во всяком случае, количество анонимов, троллей и прочих существенно сократится. Говорит телеканал «Дождь» в Твиттере, что полиция открыла проход через Лужков мост. И вот как раз-таки там нет рамок металлоискателей, там вручную идет обыск. Вот именно через Лужков мост, который маленький. Ну, вот, знаете, подходы показывают. Да, я опять же могу говорить, в 2009 году, вспоминаю, вот как мы проводили там мероприятие, у нас было тоже забито все вот это. Сколько у вас было человек, и мероприятие чему было посвящено? Был посвящен 4 ноября, там проходил концерт и митинг, то есть в честь дня, дня единства. У нас, наверное, было где-то около 5000 человек. Но вы никаких проблем с организацией, с пропуском, с работой с правоохранительными органами не испытывали? Нет, и то же самое могу сказать, что по Лужков мосту, когда открыли движение людей, там тоже проверили вручную, потому что там тяжело установить. Там, да, он не позволяет пропуск. Да, поэтому ничего, было вполне себе все. Правда, мы сами обеспечили безопасность во многом. У нас было где-то 120-150 человек службы безопасности. То есть мы внутри... сказать, рамок сами безопасность обеспечивали. Здесь же все-таки полностью это на стороны как бы власти. Спасибо вам большое. Ты понимаешь, что предыдущие планы дождя показывали нам о том, что проблем с движением, с транспортом в данном мероприятии в городе была есть. Была такая песня, насколько я помню, обычно присутствовал на этих мероприятиях внутри. То есть, если вспоминаю самый первый протест после выборов, парламент еще и вот последующие мероприятия, плотность была намного выше. То есть мы не могли подойти даже, где сейчас спокойно ходят люди, там обычно была плотность. Так, это, я так думаю, серебряный герб, что ли? Сейчас пока... Что-то оригинальное несут. Что-то креативное. Это да. Да, пойдемте, пойдем. Там, рассмотреть бы этот телефон. А что это? Пила. Пила такая большая. Я думал, что это серебряный фаллический орган. Ну, услышишь, спрашиваешь про фаллический орган. Ну, это довольно интересно. Михаил тоже помог. Я не могу сказать, что это. Ты, да, помог попилить людям митинг. Взял долю греха на себя. Так, а он, кстати, вот, кстати, имперские флаги появились. Ну, это может быть и другая Россия. Потому что, если говорить о националистах, они решили идти вместе, собираться у метро Третьяковская и выдвигаться к митингу ближе уже к началу. Если бы там журналист Ридуса повернул бы камеру налево, мы бы точно могли идентифицировать этих людей. Я, к сожалению,
Вот честно, я бы хотел, чтобы не тормозило, но я для этого ничего сделать не могу. Потому что у нас один роутер Йота и один iPhone. Мой личный, который имеет свойство рассказывать. Как мы видим, один роутер. Да, аккумулятор не поможет. Один iPhone позволяет вести онлайн-трансляцию. Если кто-то из зрителей находится сейчас там и может вести трансляцию, мы можем подключиться и показывать другую трансляцию. В принципе. Пишут такой тупой троллинг. Вот они сейчас идут ближе уже к там, где люди заходят. Например, мы как раз увидим, наверное. Да, пойдемте обратно к сцене. Скажем откровенно, пока ничего. Уже пора идти к сцене. Видимо, там сейчас что-то начнется. Ну, я думаю, еще так вот будет где-то час. И так все в итоге закончится. Да. Говорить-то будут сегодня или нет? Ну, сцена стоит, а сцена стоит. Микрофон там тоже есть. Константин Крылов, между прочим, по-моему, да? Крылов? Да, совершенно верно. Павел Светенков, политолог, это у нас группа Национал-демократическая партия как раз. Небольшую совсем группу, видимо, они пришли туда тоже как некие гражданские активисты. Ну, так немного попиарится. Яшин пишет, что посмотрите, как нас много на болотах, 1050 уж точно есть. Скоро начнем. Крылов. Уже 50, да? Уже 50. Ну, да. Нормально. И дают фотографию. Собственно, идем в Твиттере. Ну, со сцены будет можно оценить. Да, со сцены серьезно. Ну, людей немало, и мы же не пытаемся как-то... Здесь интереснее, может быть, посмотреть потоки от метро, какие идут откуда. Это уже начинается, кстати, выступление. Давайте попробуем. А он, кстати, видишь, там не один. Из-за следственных действий и всего остального сцену невозможно было домонтировать, установить. Ну и, соответственно, поэтому есть много опасений, услышат ли люди. Действительно, людей на Болотной очень много. И оценка в 30 тысяч человек, честно говоря, кажется приближенной. К истине как минимум 30 тысяч человек, я напомню, о них в своем твиттере писал Илья Яшин. Конечно, интересно, слышит ли, учитывая, ну, мягко говоря, неполное звуковое оборудование, слышат ли вот люди, которые находятся в задней части. С этой картинки, да, с этого ракурса. Но когда показывают внутри, там плотность получается невысокая. Тут зависит от То есть ощущение, что люди на самом деле, на месте. Не принципиально. Видно, что их много. Да, люди пришли. Да. Самое главное. В будний день, вопрос, я подчеркиваю. Зачем они пришли? В будний день. Вот они пришли сказать, что не забыли, значит, выборы, которые прошли у нас в парламент предыдущие, которые объективно не понравились не только конкретно политизированной оппозиции, но и вообще всему нашему гражданскому обществу. Всей стране не понравились эти выборы. Которое легло на это все болотное дело. Да, и болотное дело. Иначе травой сегодняшний мир поедет. То есть, есть, видимо, некие пассионарные оппозиционеры, которые все хорошо запомнили и продолжают болеть этим делом. Они считают, что их борьба не закончена. Да, в частности, Борис Немцов, который... С белыми цветами. Уж сколько у него опыта в выборах. Да. А эти ему конкретно не понравились. Он, кстати говоря, на фоне мероприятий после этих выборов получил, по-моему, наибольшие дивиденды из всех присутствовавших, так сказать, тогда оппозиционеров. Митинг открылся минуты молчания, она была. Мы ее как-то пропустили, но минута молчания была. Ну, здесь есть подозрение, говорят, что по этой причине еще и флаги не разворачивают. Это, опять же, предполагается, находясь под домашним. Но это, видимо, не знают не все, что флаги сегодня не поднимаем, потому что многие люди сегодня будут с флагами. Но идут со стороны входа. Пока когда подходят к сцене, флагов действительно нет. А дальше провокаторы в масках стали толкать нас на ОМОНовские цепи. И началось побоище. Итогом этого побоища, которое было тщательно спланировано, стали узники Болотной, их 27. Это сфабрикованное дело. И сегодня мы должны вспомнить каждого. И сегодня мы должны добиться того, чтобы освободили политзаключенных и узников Болотной, и всех остальных политзаключенных, чтобы прекратили этот полицейский произвол, чтобы прекратили политические преследования. Нас не запугать! Сегодняшний митинг. Кстати, он говорит про людей в масках, как раз, собственно, 28-й узник, собственно, один из тех людей в масках как раз-таки. Он, наверное, про него поэтому и забыл, потому что Алексей Гаскаров с группой товарищей Лужкового моста
в общем-то. Ну, тут, чтобы понимать ситуацию, конечно, надо как карту видеть.